Понимаю, что устала, понимаю, что надоела. Но нам нужно идти. Иначе холод и бог знает что. Слушай, я уверен, сегодня нам повезет. Гляди-ка, заяц настоящий. Давай подберемся к нему поближе. Осторожненько. Да не бойся ты, ушастый, не обидим. Дорогу спросить хотели. Как нам... Вот это он дал дёру. Ну ничего, может, еще нагоним. А неплохой бы из зайчика суп получился, да? Хотя, судя по твоему взгляду... Да понимаю, что накормить и за ухом почесать охота. Ну ты прям Маугли. Не припомню, чтобы ты умела по деревьям лазать. Главное, чтобы такая махина на нас не свалилась. Да более знакомый орел. Интересно, как давно этот ящик здесь лежит? О, не хотелось бы солдат встретить. О, вот и наш старый знакомый. Побежали за ним. Сильная какая, а? Не зря же папа сына хотел. Да не обижайся ты, это же просто шутка. Хоть и не смешная. Эх, а еще пару лет назад ты бы здесь пешком прошла. Только бы ничего не обвалилось, только бы ничего не обвалилось. Ну, слава богу, все обошлось. Ты посмотри на него. Стоит, наблюдает. Не, ну с ним точно что-то нечисто. Ну что, все еще хочешь его покормить? Добрая у тебя душа, что сказать? Ну тогда будем в оба глядеть, что они там едят. Слушай, ты прям как Алиса, только вместо кролика у тебя заяц. Только вот часов я у него не увидел. Ты не устал бегать от нас, ушастый? Уже могли бы и подружиться. Ты быстр, но мы быстрее. Да, по сугробам выходит не так уж и быстро. Помню, зимой 41-го мы на Восточном фронте тоже вязли. В разведку на лыжах приходилось ходить. Так быстрее, не проваливаешься. Вот же было дело, а? Там же как раз меня и ранили, а потом понесло. Ну а дальше ты помнишь, сама подватывала. Thank you.
нравится мне этот скрип. Волосок прошли. Да и что там, главное, выбрались. Ты как, жива? Кости целы? Это хорошо. Надо понять, как нам отсюда вы... Для начала лучше. Смотри, мешок сухарей. Гляди-ка, там что-то есть за стеной. Давай попробуем расшатать эти дощечки. Хорошо сохранилось. Не мудрено в такой-то холод. Если выберемся, будет наконец-то чем зайца привлечь. Вот так, давай. Ух, осталась последняя. Ну что, кажется, теперь ты сможешь тут пролезть. Посмотрим, куда ведет этот проход. Это то, что нужно. Только ты с ним поосторожнее. Это же топор. Осталось подтолкнуть. Не, слишком прочная. Вот если бы ее... Ух, сегодня наш день. Будем теперь лучше под ноги смотреть. Где же наш пушистый друг? А, вот он. Похоже, нас не видит. Давай поближе подойдем. Свеклу протянем, а ось клюнет. Замри. Шуток. Попадаться нам никак нельзя. Стой! Стави! Видишь, фонарем светит. Halt, hoffentlich hole ich mir keine... Ich kann mich kaum erinnern, wie es daheim ist. Sag mal, wie spät?
Ух, ну неужели понесло? Дэмси! Нас заметили, беги! Вставай скорей! Ася, что с тобой? Ася! Кажется, там что-то есть вдалеке. Интересно. Думаешь, через крышу? О! Вижу проход! Ой! Ничего не видать. Ух, да тут не сильно... Ну, ветра нет, и то хорошо, правда же? О, готов поспорить, она испугалась не меньше. Кружка нам еще пригодится. Не похож он на кухонный. Я бы не трогал. Краску эту с пальцев потом не отмоешь. Зря этот шкаф сюда подвинули. Метет же! Согласен, лазить по чужим вещам нехорошо. Но не переживай, мы же лишнего не возьмем. Смотри, у папы такая же стамеска была. Он тебе тогда еще коня Аркашу смастерил. Возьмем на всякий случай. Коробок пустой.
стой, вот засада. Чего? Подсырели. И зачем они нам без ружья? Детская одежда в такой жуткой хижине как-то не вяжется. Вот и стамеска пригодилась. Кажется, поддается. Теперь вторую. Так, еще немного. Получилось. Что же там внутри? Ну, понятно. Наелся, уснул. Ты не беспокой, кусача. Жемчужные сережки. Странно, как они тут оказались? Какой необычный подсвечник. Документы какие-то. Язык незнакомый. Будем надеяться, что не нужное. Да и выхода у нас нет. Бумага есть бумага. О, эта печка — наше спасение. Наконец-то согреемся как следует. Помнишь? Папа показывал, как разжечь костер. Сначала бумага, потом деревяшки, ну и поджигаешь потом. Так, ну что? Без дров нам огонь не развести. А давай-ка дровишки в печь покидаем. Чего это пол так скрипит под весом маленькой девочки? Да тут есть подпол! Страшно. Страшно. Интересно, что там внутри? А здесь, похоже, осталось несколько спичек. Ура! Не зря же тебя Клавдия Викторовна столько немецкому учила. Не зря же тебя Клавдия Викторовна столько немецкому учила. Переведешь? Не зря же тебя Клавдия Викторовна столько немецкому учила. Переведешь?
такие красивые и добрые люди. Знакомый эрзац кофе. Не чай, конечно, но тоже сойдет. Тише, тише, тише. Уложить ребенка – это счастье для мамы. Не будем их будить. Приступим. Холодно-то как. Теперь дровишки. Вот так. Теперь можно поджигать. Так. Давай еще разок. Ура, получилось. Живем. Теперь почти как дома. Вот бы еще этот кофе заварить. Кружка у нас есть. Остается понять, где взять воду. А чайник-то дырявый. Хорошо, что у нас есть кружка. А ты неплохо придумала, но брать снег в кружку. Молодец. Остается только нагреть, и будет нам кипяток. Остается дождаться, пока снег растает. Осталось только добавить кофе. Ох, черный как ночь, а какой аромат. Кружку хватай осторожнее, горячая. Так, ну давай теперь устроимся поудобнее в кресле, потому что с кипятком лучше не бродить туда-сюда. Теперь отдохнуть можно. А доставай-ка припасенные сухари. Ничего себе, на запах прибежала. Угостим соседку. И правильно, мышь тоже человек. Может, дождемся весны здесь, втроем? Ты только представь. Огонь трещит, птички поют. Ты задремала в кресле, я греюсь на печи. Эх, шучу я так, конечно, шучу. Нам с тобой есть куда идти. Давай, доставай письмо. Уж больно перечитать хочется. Дорогие, любимые наши Катя и Асенька,